Что, открывать? Да. Я боюсь. Я так знала. Ой, фу, она какая-то мерзкая. Это муляж, да? Ну, конечно. А крыску зовут у нас как? Лариска. Крыска Лариска. Так. Ну, смотрим, что крыса подложила мне. Назови имя артиста, а от кого бы точно приняла приглашение на свидание. Имин. Лазарев. Дима Билан. Лепс. Баста. До свидания. Ну, это вот творческое, наверное, свидание, потому что они у меня все в отношениях практически. А из свободных я даже не знаю. Ну, я точно приняла бы приглашение на свидание вот именно. Что я, собственно говоря, делаю всегда, когда выступаю на жаре. Так. Три пункта идеального начала дня. Пункт первый. Отсутствие будильника в 6 утра. Пункт второй. Прекрасное самочувствие физическое и моральное. То есть, когда ты себя круто чувствуешь с утра, априори будет хороший день. И наличие, наверное, солнышка. Так, где проходило твое крайнее свидание? В ресторане. Вот, вот крыска поймала меня. В ресторане проходила. Причем вчера. Так, какой трек нам ждать в следующем атолле? Ждать шедевр и хит. Он фактически записан. Ну, давайте еще один, да? Что всегда должно быть в твоем холодильнике? Докторская колбаса, сливки для кофе, вода и непременно апельсиновый сок.